Эти голодные. Орехов мало. Два пальца. Ага, на меня тоже записано. Что там, ты покусишь? Миш, не надо кидать. Только дай ей так. Миш, ну, держи руку нормально. Переверни и открой ладошку. Переверни. Ровно положи руку. Открой ладошку. Так. Держи. Я тебя возьму. Давай, давай сюда. Сюда посмотри. Не надо меня запить за палец. Что ты бестолковый такая? Ну я тебе семечки даю, мне это на за палец кусает. Щекотно. Не щекотно. Щекотно. А ну тебе это. На еще съесть. На еще съесть. Что там кубать? Надо грызет сначала, потом возьмет и едет. Она же не может. Ты когда ешь, ты же сразу не можешь. Можно сначала прожевать. Держи, чтобы не падала, не свежи ровненько руки. Ой, мне поклонить. Сюда где его? Прислонить. Держит у нее, Миш, не надо трогать ее за лапу. Вообще кошмар. Миш, не надо за усы дергаться. Чего? Уже зачем? Совсем уже. Ну это еще мелкие. Миш, открой ладошку. Ну открой ладошку, она же хотела тебя съесть. На. Елочек целых три. У нас есть свои семечки. Давай. Вон она. На. Вон она! Ты подряд, это не голодный, что-то сегодня. Да ничего страшного. Надо руку пальцем не выставлять. Пальцем делай ровную ладошку. Не надо в кармашку кладь. Не надо бегать за ней. Держи ручку и все. Ровную ладошку держит. Она тебе за пальцем. Вот так ровно держи. Держи ручку и все. И никуда не бегай. На. Ближе к дереву. Миша, не надо сам ломать кармашку. Ну, вот девочка еще одна. Ну, нет, пока.